Сегодня объекты инфраструктуры в Сочи проинспектировал Вениамин Кондратьев. Глава региона вместе со своим заместителем Николаем Далудой побывал на тренировочных площадках, где скоро футболисты сборной Польши будут отрабатывать тактику. Покрытие стадиона здесь как многослойный пирог из современных материалов. Все в соответствии с правилами Всемирной федерации футбола. Вениамин Кондратьев также осмотрел трибуны, места для зрителей. Побывал в служебном комплексе с раздевалками и душевыми. Созданы все условия для того, чтобы команды, которые сюда приедут играть, находились в очень комфортных условиях. И достойный команд мирового уровня. И условия здесь созданы не хуже мировых. На уровне, может быть, даже лучше. Поэтому я, единственное, коллеги, считаю, чтобы все это мы максимально могли сохранить. И после того, когда пройдет чемпионат мира по футболу, чтобы уже дети наших спортивных школ, футбольных школ могли тоже этим пользоваться. Согласно вашему решению, как раз вот эти две тренировочные площадки, они будут переданы краевой спортивной школе по футболу. Напомню, во время проведения чемпионата мира в Краснодарском крае будут базироваться сборные 6 стран. В Краснодаре, Анапе, Геленджике и Сочи, где, собственно, на стадионе «Фишт» и пройдут игры турнира.